Здравствуйте, меня зовут Ольга. В данном видеоролике я вам расскажу, как правильно подобрать аккумулятор для Volvo S40. У вас есть два варианта. Первый – не полениться и заглянуть под капот вашего автомобиля или позвонить в компанию «Электромотор», где менеджер подберет вам аккумулятор. В первом случае вам нужно посмотреть емкость старого аккумулятора. Она измеряется в ампер-часах, а также измерить его габариты. Во втором случае, если вы позвонили в компанию «Электромотор», менеджеру вам необходимо сказать марку автомобиля, год выпуска и объем двигателя. Для автомобиля Volvo S40 подойдет аккумулятор, габаритные размеры которого составляют 242, 175, 190. Емкость аккумулятора может быть 60, 61, 62 ампер-часа. Важным событием является правильное определение полярности аккумулятора. Для того, чтобы правильно определить полярность аккумулятора, разверните его ближе клеммами к себе. И посмотрите, с какой стороны находится плюс. Если плюс находится с правой стороны, это европолярность. Если с левой, это прямая полярность. В этом примере вы можете увидеть, что это аккумулятор прямой полярности. Плюсовая клемма на аккумуляторе для Volvo S40 находится справа, то есть это европолярность. Уважаемые покупатели, компания «Электромотор» предлагает для вас несколько торговых марок аккумуляторов. Прежде всего, это ISTA, Varta и Bosch. В том числе у нас в наличии имеются аккумуляторы других торговых марок, таких как Topcar, Vesta, Multu и Energizer. Обращаем ваше внимание, что все аккумуляторы сертифицированы. Срок гарантии составляет от 24 месяцев. По вопросам покупки и подбору аккумулятора обращайтесь в компанию «Электромотор». Контактный телефон 5 300 38.